дождемся, когда у нее закончатся ее долбанные капельницы с антибиотиками. Ну, на выходных, наверное, так. Может быть, завтра сходим куда-нибудь посидим. Королева. Через 3 дня будет бухать с Дерябиной. Ну да, ребят, у нее, короче, жабры горят вообще жестко, представляете? Говорит, уже не могу. Ты мой враг, мой друг сегодня. Эть, ручничок. Жабры, короче, горят у подруги, говорит, уже неделю не бухаю, сил нет, говорит, когда уже жиранем-то, ё-моё. Так что, может быть, в субботу увидимся. Я похожа на Фиону с Шреком, а это комплимент или оскорбление? Сынишка хорошо, в садике. Так, кто мне там все пишет? Идут очки, смотрите, у меня есть еще одни, но они меньше. Мне кажется, что мне, которые больше, больше идут, чем вот, смотрите, которые меньше. Чисто это училка, по-моему, не? Так что я думаю, что мне идут большие очки. Опека пишет. Кто, кто, кто? Большие которые. Да, вот я тоже считаю, что большие. О, фуколки повылазили в блок всех. Вчера меня расстроили, сегодня все в блок летят. У Миши, да, есть подруг лучший в садике, Муса зовут, и подружка Василиса очень любит эту девочку. Опять торгуешь? Не, я уже сегодня наторговала, 6 посылок отправила. Блин, такая погода на улице, кайфовая, 9 градусов, солнце, вот мне прям охота это, короче, поняли? Тусняк куда-нибудь на природку. Барыга, сама ты барыга. Да, у меня вот, ну это и то, они подвыпрямились, потому что я немножко посушила. Вы видели, с утра я встала, какая это лев. Это вот они реально от природки такие, ну прям волнистые. Я сегодня по-летнему, да, очень жарко на улице, я прям футболочки. О, Вован на связи. Да, охота прям, ребят, шашлындос, пивос, точнее пиван, шашлычок, коньячок. Выпрямляю, ну не часто, но выпрямляю. Когда новое тату? Вот, кстати, думаю, у меня уже есть 2 варианта, которые мне очень понравились. Одно вот здесь, вот под грудью получается. А еще одна, там, короче, красивый такой волк. Но я не знаю, куда их уже бить. Но мне очень хочется. Ты ж мать, какой коньячок. Я и шучу, ребят, я вообще не пью, не курю, матом не ругаюсь. 9 ложусь спать, каждое воскресенье хожу в церковь.
Адике, да. А что вам рассказать про Геленджик? Геленджике, недалеко от Геленджика, есть Джанхот, побережье Черного моря. Там офигенный комплекс коттеджей, называется Санторини. В Инстаграме я, кстати, сегодня отвечала, я уже там была не знаю сколько раз. И на Новый год, и на майские, и летом. Очень классные домики, двухэтажные коттеджи. Да, двухэтажный коттедж полностью обустроен. Там кухня, душ, не душ, короче, ну... Очень крутые. Так что если вы будете где-то в тех районах, вот бронируйте отдых в Санторини. Там реально, ну, стоит отдохнуть. Так, что там за песни у нас играют? Блонд, не знаю, я этот самый... Люблю быть светленькой, хотя раньше была темненькой. Да, я давно подстриглась. Помните, у меня были волосы вот посюда, а сейчас вот посюда. Зачем вам Дерябина? Это сумасшедшая женщина. Она опять будет орать, материться. Я, да, вот хорошо. Началась истерика. Добавь Крис в эфир. Я добавлю и буду молчать. Я не буду слушать эту больную женщину. Да там кто-то что-то пишет. Ребят, скриньте, это контраст вообще жесткий. Это называется, как хорошо, что у тебя есть страшная подруга. А ты молчишь, молчишь, да? Не материшься, не орешь. Все ради того, чтобы попасть ко мне в эфир? Какая умница! Хуй там! О, почему так плохо слышно? Плохо? Уходи с моего эфира. Ну-ка еще раз. Слышу, это мой эфир. Ну и что, а ты где? Я уже возле садика, я была в солярии. Я сейчас крылышки поел, ребрышки поел. Посмотри, у меня в зубах мясо застряло, нет? У тебя винир откололся, по-моему, чуть-чуть. Пошла нахуй. Все чистенько, блядь. Ну что, когда бухаем? Ну когда там у тебя капельница кончается? В субботу. Когда? Оль, в субботу или в пятницу, или когда? Оль, скажи честно, вот сейчас при всех. Ты меня любишь? Как ты меня достала, а? Я задала тебе конкретный вопрос, Ольга. Ты что, в микрофон говоришь? Да. А, это в подъезде, эхо, ёптель мать. Чё, так когда мы там собираемся? Это жабрыш, у тебя горят. Давай уже решать. Ты меня всех любишь, нет? Ну да, да, конечно, люблю. Как вижу, так блюю. Ты чё, блядь, охуела? Кто тебя в звёздную тропу вывел? Сидела там, блядь, с Мишенькой, блядь, маленьким, в доме 2, никому не нужная была. Оказывается, у меня были поклонники вообще-то. Какие-то поклонники? Я тебя подобрала, можно сказать. Смотрю, замызганная, толстая девка. Думаю, ладно. Ты себя-то видела там, прости, господи. Вон эфир уже сама свой выкладываешь. Там без слез не взглянешь. Я всегда соской была. Я даже очки сниму, потому что мне плохо, прям плохо. Конечно, потому что тебе в них стрёмно. Мне очень в них классно. Откуда у тебя футболка? Футболка? Зола. Не пойму, что там написано. Магомед? Магомед, да. Моего парня зовут Магомед Гёрл. Видишь же? У меня новый парень Магомед. Люблю бородатых. Мага.
Да почему ж меня плохо видно? Потому что грязно на весь эфир. Потому что весь эфир за меня занимаю я. Тебя видно вот так. Прыщ у Кристины сочный. У меня, смотрите. Блисазия! Да ты мне не даришь, ты мышь, блядь. Не, подруга, сорян. Надо самой как-то крутиться, сама понимаешь, тяжело в Москве одной с ребенком. Я тебе рекламу дала? Дала. А где товар? Да. Товар я тебе тоже давала. Пенку давала? Крем давала? Давала. Крем не лечит. Яблочный пилинг давала? Крем хуйня не лечит. У меня все лечит. Вообще идеалочка. Правильно, ты себе натуральный закажешь, а нам фуфло без лицензии толкаешь. Так что, когда мы там увидимся-то? Завтра. А еще? Сейчас. Нет. Мне сейчас нельзя к тебе в гости прийти, Оль? Ну, если хочешь, можешь прийти. Правда? А что насчет субботы? А ты пиво будешь? Не, не хочу. А виски? Не, не хочу. А коньячок? Не. Я тоже. Я забыла! У меня завтра брови, блин, точно! Какой нам завтра в ресторан? Никак! Катюха вон мне сейчас пишет, я увидела. Брови же у меня завтра. Какие брови? Что там у тебя? Татуаж? Татуаж. Во сколько? Коррекция. К 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Ричард, нельзя, сына. Так что я все-таки предлагаю увидеться только на выходных, когда у тебя закончится капельница. Только сегодня, да? Сегодня, да? Только на выходных. Сегодня, да? На выходных. Сегодня, то есть. Сегодня же выходной. Но ты же не работаешь сегодня. Ну что, это я поработала немножко с утра. Оль, какая ты мышь! В какой момент ты так зазвездилась, а? Попиарилась за счет подружку, за счет подружки и вышвырнула меня, как побитую собаку. И сегодня я не буду бухать, да, перед бровями, вон Катюха пишет. Не буду. Только в субботу. Видишь, все карты на субботу сходятся. Что надо в субботу, короче, затусить. Что это за Катя такая? Я даже перед татухой херачила. Нельзя. Да кто тебе сказал, блядь? Нельзя. Не-не, плохо пигмент возьмется. У меня и так кожа не очень в этом плане хорошо берется. Ну, у тебя, да, у тебя и с кожей проблемы, у тебя вообще совсем проблемы. Зря, у тебя проблемы просто с лицом. О. У меня хотя бы лицо как попа младенца. У меня тоже как попа младенца. Ну, подумаешь, пару проезжала. Прыщавая! Ой, ну парочку выскочила. Ну и что? Зато я не стесняюсь. А я тоже не стесняюсь. Угу, конечно. Пойдем. Так что, мясо купила уже? Подожди, ребята, сейчас пойдем тестировать ее пенку. Ребята, будьте здесь. Все в прямом эфире. Все честно. Тише, я хочу одну дичь убрать. Пишет. Блять, пришли в дом 2 страшные, одна таксистка. Скажите Бородине спасибо за деньги. Бородине, блять, тупая. Блядь. Бородине. Знаешь, что ее фамилия не склоняется? Тупая! Бородиной! Итак, поехали. Сейчас устану. Ой, Кися! Оля красотка. Да, вот все пишут, что Оля красотка. Ой, Оль. Не лги сама себе, а? Будь честна. Нет, я красивая. Я вот так вот тоже красивая, вот ничего вроде.
Нет. Все, Оль, сейчас будем тестировать твою маску. Где она? Так. Тут опять все в шоке, короче. С твоего лица, походу. Очень смешно. Я ей давала свой пилинг. Пусть она не это. Пилинг давала, да. Почему только ты пишешь? Не только ты пишешь, что я красотка. Смотри. Привет, Андрей. Твое? А, да, но это не яблочный, это лимонный. Хорошо, пусть будет лимонный. Ура, блин. Твое? Твое? Не твое. Нет. Это Ми Кореен. Твое? Вот это мое. Твое. Дальше смотрим. Твое? Угу. Твое. Так. И все. Яблочный я тебе давала, зеленый такой. Нет, ты мне... Миша 4. Ты мне вот этот давала. А, ну значит, ты лимонный выбрала, что ли? Странно. Странно. А больше твоего ничего и нету. Больше орешь, что ты подруге тут поставки делаешь, блин. Где? Где? Три сраных средства. Три сраных средства. За этот я чуть не лизала тебе просто пятки. Постольку? Умоляю тебя, дай мне, дай, выпрашивала, как бомжиха, блин, с миллионной аудиторией. Идем дальше. Это! Вон, видишь, вчера пользовалась. Вон, видишь, капелька есть. Это! Еле-еле выпросила. Идем далее. Говорю, Олечка, Олечка, у подружки прыщики, прыщики, помоги, пожалуйста. Нет бы дать, доктор... А крем банановый где? Помолчи! Нет бы дала бы своей подружке доктор Стрэнджер или как он там. Нет, блядь, она за 50 рублей дала вот это дерьмо, которое ни хера не помогает. Помогает, все мои довольны. Оль. У тебя прыщи просто, ну, короче. Какие? Какие у меня прыщи? Какие? Я тебе сказала, у тебя прыщи идут не от того, что кожа загрязненная какая-то, или там сальные пробки воспаляются, ну, из-за них. У тебя проблема в организме, у тебя что-то там сбой. Что идет, у меня нормально в организме? Фру как конь каждое утро. Писью дала мочу, сказали, все шикарно. Каждое утро пью, а этот, как его там, ты поняла, да? Натощак. Хилак. Хилак форте. Вот, пишут, от сахара, потому что ты шоколадки жрешь, несколько вот так ложками, а я вот ничего не ем и красотка. И вот именно, что не ори, блин, пишут все. Никогда в жизни у меня в блок нахер вот эту тварь, которая, блядь, написала это. Оля, заблокируй ее. Кого? Оля, тут много кто пишет, я не вижу. Я не вижу, много кто пишет. Тут сейчас полфира придется заблокировать из-за тебя. Хорошо, Оль. Что ты орешь? Хорошо, Оль, ты утверждаешь, что я сейчас умоюсь и все. Все, ребят, короче, шутки в сторону, начинаем экспериментировать. Я слышала, что 1 апреля одну даму высыпала, поэтому делаем тест. А, подожди, он еще вообще у меня вон закрыт. Сейчас. Это просто пенка для очищения лица. Она с твоими прыщандрами не справится. Тут нужен вообще жесткий пилинг у косметолога, я тебе говорю. Тут косметика бессильна. Ты тварь! Ты тварь! Ты теперь отмазываешься? Нахер тогда ты мне его дала, блядь? Ты сама его выпросила, достала, блядь. Нахер обратно, продаем. А сколько он стоил, Оль? 850 рублей. Ребята, за 850 только при вас открыла, не пользовалась, не выдала. Очень классная пенка. Очень, очень эффективная. Пахнет, пахнет, пахнет сейчас.
детским кремом каким-то. Покупайте, пишите в директ. За 800 отдам. Ребят, подождите. Ты харе барыжить там. А почем вот это было, Оль? Почем вот это было? Вот это 1200, по-моему, или 1300. Ну, блядь, прибавляй, ты дура. 1300, ладно, 1300. Так как я чуть-чуть попользовалась, чуть-чуть. Мне не помогло. Ребят, перепродаю. Но стоило 1300, штукарь отдам. Значит, дальше идем, значит. Сколько стоило, Оль? 500 рублей. 500 рублей. 500 за вот, пользовалась. Близ Азия. Что? Близ Азия ваша. Вот, ребят, осталось две штучки. Я еще 10 минут буду в эфире. Хорошо, две штучки, ребят, быстренько расхватываем. Две штучки осталось, значит, за 300 отдам. За 300 отдам, ребят. Пишите в директ. Почта России, отправляю курьерской службой. Оль, все ништяк у меня. Сейчас забарыжу тут. Вообще всем. Забираю две штучки. Вон уже продавцы. Ой, покупатели нашли. За 300! Блять! Вот так барыжить надо. Алло? Коваленко тут, твой друг лучший. Лучший друг твой. О, понял, принял, обработал. Коваленко, ты что ли? А я и не видела. Пенку забирать. Оля, за сколько я ее толкала? Не помнишь? 850. За 800 я ее отдавала, да? Крис, берусь. Ой, блядь. Если берете сразу все, вот. Так, это 300, это 800, да еще 100. Так, а вот это почем мы продавали, Оль? 1300. За 1000 отдаю. За 200, за 2000 отдаю. Вот, все. Вам поможет, обещает об этом Близ Азия. Да, переходите на Близ Азия, там больше ассортимент, чем у Дрявиной. Коваленко щебень продает, толкните, плиз, Крис. Ребята, кому нужна щебенка? У Оли есть хороший друг, лучший. Он, конечно, не влюблен, в нее нет, но они лучшие друзья. Зовут его Евгений. Коваленко фамилия. Он толкает щебень. Пишите все ему. Ну все, пипец, припишут мне Коваленко. Я тебе отвечаю, как пить дать. Что? Я говорю, сейчас припишут мне Коваленко. Вот да ладно, Господи, мы же шутим. Моего же племянника не приписали, хотя ты с ним встречалась. Да конечно, с пиздроном своим, ага. Еще что придумаешь? Ладно, попробуем твою пенку. Она влажную надо, Оль? Ольга! На влажную. Я не могу ей пользоваться, просто... я же ее продаю. Ой. Какая же ты просто ебаная. Ужас. На сухую кожу лица, еще раз объясняю. Массажными движениями по линии своего лица. То есть как у тебя морщинки идут, вот так. Вот здесь вот так. Вот так. Вот здесь вот так. Вот так. Блять, скриньте эту дуру. Блять. Вот так. А здесь можно? Можно. И сколько так держать? Ну, это же пенка. Помассажируй лицо, помой. Чувствую, как прыщи уходят, а новые приходят.
Вот же ж дура. Ты вот реально со своими прыщами мне ходячая антиреклама. Оль, вот когда они у меня пройдут, все охереют и всю твою плесадью скупят нахер. Ага, блин. Нет, они и так краснеют. Я, оказывается, неправильно массировала. Вот в чем. Кровопоток шел не в ту сторону. Я его наоборот вот так. А ты говоришь, вот так надо. Вот и... Слышь, что Коваленко пишет? Прыщи уходят, а щебень так под домом и лежит. Коваленко, просто у тебя дешевая щебень. Оль, ну у меня уже это, неприятно мне. Все можно смывать? Так... Смыть, да? Водичкой и пошла дальше пенить. А, сейчас. Да почему она все время орет? Ребят, да она глухонемая, походу, я не знаю, сама себя не слышит. Она реально вечно орет. Уши уже болят от нее. Вот, видишь, пеница пошла. Еще водичкой. Слышь, что пишут? Секса надо тебе, а не пенку. Вот точно, опрыщавилась, как малолетка. Ебусь, как сурок! Все, я не могу. Ну чё? Да смывай уже, умывайся, господи. У тебя 5 минут есть, и я пойду за сыном. А сморкаться можно? Да. Фу. Я не сморкалась еще. Я воздух выплёскиваю. А что это за звук был? Вот так, смотри, я делала. Поняла? А-а-а. Ну да, я так не делаю, правда. Ну я смыла. Ну. Теперь полотенчиком, только не вот так вытираем, ага. А аккуратненько, аккуратненько личико вот так промакиваем. Чтобы всю влагу не... Бля, все, мне плохо. Да, вот так вот. Да все, все, пусть влага впитается. Так. Ну все. Все? Да. Ну как ощущения? Да хуй знает, как будто умылась водой. А, не, конечно, изумительно, конечно, кожа потрясающая, конечно. Конечно, как попка младенца, посмотрите, Ольга, как будто вот вообще и нет прыщей, и не было никогда. Потрясающе, конечно, у вас косметика чудная, конечно. Ладно, дальше что? После умывания ты делаешь что? Еще одно умывание. Зачем? 2 раза лицо надо умывать тщательно. Да нет, значит, у меня нормально все. Ну, потом эту тонером протереться, сывороткой намазаться. А пилинг? Нет. А да не надо тебе с прыщами пилинг. Вот ты делаешь его с прыщами, кстати? Да. Вот ты дура, потому что, смотри, объясняю. Вот у тебя есть прыщ один воспаленный. Ты начала его херачить пилингом. Эти бактерии, которые в прыще, начали разноситься по всему лицу и везде стало посыпать. Ах ты сука! Так это все время после твоего пилинга? Так любой человек знает. Там написано, не применять на раздраженные участки кожи там или еще что-то. А ты свои прыщи херачишь, да потом у тебя блядь, все лицо. Раздраженное, я так понимаю, это шелушение. Надо писать, не намазывать на прыщ. Не мазать, суки тупые, на прыщ. Иначе будет в скобках, как у Дерябиной. Хорошо, скрабом можно, скрабом.
Это что же самое? Нельзя. Только тонер. А маску? Ну, маску можно сделать какую-нибудь с антибактериальным эффектом. Где ты, блядь, возьму маску с антибактериальным эффектом. У меня есть увлажняющая. Сейчас. Увлажняющая. И вот такие. Ну вот здесь поищи что-нибудь в одноразовых. Тканевая маска мороженого ананас. Маска прекрасно осветляет и тонизирует кожу. Экстракт ананас обладает регенерирующим действием, осветляет нежелательную пигментацию, улучшает микроэлемент глубокую клетку дерма. Нет. Тканевая масса экстрактором лимон. Осветляющая маска для лица с траком состоит из 100% хлопка и содержит большое количество витаминов и минералов, которые выравнивают тон кожи и лица, устраняют пигмент на пятках. Действие маски направлено на успокоение кожи, увлажнение, питание. Устраняет воспаление, покраснение, делает... Вот. Нашли. Кстати, это Микориан косметик. А еще есть вот такая, Оль. Ну, огурцом тоже можно, да. Маска для лица с экстрактом центеллы питает, увлажняет кожу, снимает отеки, уменьшает видимость, пигментация, покраснение, укрепляет сосуды. Делаем эту, блядь. Короче, делай, а я пошла. Оль, ну подожди, сейчас я нанесу, и ты пойдешь. Ну, наноси одна, я выйду из эфира, а ты оставайся, или а так нельзя. А я меня выкинет. Да, потому что это мой эфир. Да. Люди же ждут. Блять, как сопля. Наконец-то. Что собаки гавкают? Кто-то пришел? Нет. Они слышат твой голос и начинают лаять. Оля, одна в следующий раз выходи. Вот, правильные вещи пишите, ребят. Что? Ничего. Дерябина, сука? Нет. Страшная? Ну да. И на прыщи так посильнее прям ее. Да прям хлопай, чтоб он оттуда впечатался в состав. Блядь! Я красавица! Я не могу. Все? Да, все, ходи 10 минут. 10-15 минут ходи. Хорошо. Пока не засохнет? Нет, просто так ходи, она не засохнет. Хорошо, Оль. Спасибо большое, Блисазия! Это не Блисазия. И Микориан косметик. А может, стереть в прыщ надо средство? 2-3. Так, все, я пошла. Давай, Оль, оставляй телефон, мы подождем тебя, пока ты сходишь. Не переживай, нет. Если вор залезет в машину, мы его увидим. Ага. Нет. Потом выстави результат в сторис по поводу своих прыщей. Хорошо, Оль. Спасибо тебе большое. Все, пока. 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 И мешок на голову одень. Что? Мешок на голову одень. Все, пока. Пока, тварь.